Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час, и я очень-очень рада, просто счастлива вас приветствовать снова после такого длительного перерыва, который у меня был. И хочу сказать, что я, вы видите уже, как вы уже видите на заднем плане, графики, это означает одно, что я вернулась, я возобновила работу на фондовом рынке, чему очень рада, потому что, скажу честно, в какой-то момент вот мне понадобилась достаточно такая существенная сумма денег в короткие сроки, и вот тут у меня стрельнула мысль, так как я отошла от работы на фондовом рынке, почему бы не вернуться и не сделать, не заработать? Конечно, это было сопряжено достаточно серьезными рисками, потому что я долго не подходила, долго не инвестировала. И, естественно, навыки, они не то что теряются, но все равно возникает какой-то дискомфорт, когда что-то долго не делаешь, да, не занимаешься. Делом даже, вот я сужу по игре на фортепиано, к примеру, я не сыграю там месяц-два, и уже какое-то вот ощущение дискомфорта. Хочу сказать, что мне очень-очень... понравилось, ну, вернее, не то, что понравилось, я очень-очень довольна, рада, что вернулась, потому что так, посидев, поразмыслив, поработав, я поняла, что, блин, да нет еще такого, я не знаю, такого другого вида деятельности, где бы так вот быстренько можно было заработать. Ну, конечно, так же быстренько можно и потерять, особенно новички, для новичков это я сейчас говорю. Но если профессионал, то это реально очень быстро, очень... удобный инструмент для работы. И хочу сказать, что я возобновляю свои обзоры еженедельные, ежедневные, ну и на месяц буду давать с понедельника. Так что ждите, первый обзор по основным валютным парам выйдет в понедельник. Друзья, хочу сказать, что помимо обзоров, я буду выкладывать еще и обучающие уроки и многие другие полезные материалы, а также буду делиться с вами своими фишками, своими наработками, которые позволяют мне самой лучше понимать рынок, и надеюсь, и вам тоже помогут лучше понимать рынок, естественно, соответственно, получать большую прибыль. Ну, а если у вас какие-то, может быть, пожелания или какие-то вопросы или еще что-то, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я всегда рада ответить вам. Я всегда, как говорится, на расстоянии интернета, да. И очень рада, если я смогу кому-то помочь в этом деле заработать. Еще раз благодарю вас за внимание. Желаю вам всем удачи, здоровья, счастья, радости, всех-всех вам благ. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь. Я снова с вами. И до понедельника. Пока-пока. С вами была Анастасия Час.